Это мы сейчас находимся в нашем аэропорту в городе Коламбус. Здесь поставили рояль. Называется «Играй на мне». Сядь и покажи нам свой талант. Этот рояль кто-то подарил аэропорту. Вот. Ну, это Андрюша решил играть. Прилетели в Лас-Вегас, а в аэропорту люди играют. Но это же Вегас. По эту сторону магазинчики. Но я говорю, что просто здесь есть машины играющие, можно здесь уже выиграть много денег на нашу гостиницу. Можно деньги уже здесь оставить, да? Нет, наоборот, надо выиграть. Ну, чего так? Как это? Пессимистично. Идем на гостиницу, на такси вернее. I think they will be down by the end of this year. No, this year, I thought yeah. Convention Center. April 2nd, they're going to be closer. Oh, they still but not open. Down, yeah, down between. Так, ну что, мы прибыли в наш отель. Привет. Отель называется, кстати, новый, один из новых, вернее, самый новый, Фонтенблу. О, это для любителей цветов, типа меня. Серьезно? Столько роз. И все живые. Да как это вообще так? Ой, у меня палец вечно торчит. Настоящие розы.
сойти. Красные роды, правда, на экране видно, как будто они черные, но они красные. Смотрите, какая красота. Посмотри, какой цветок. Какие цвета красивые. Все, Антоша. Взяли, комнату дали нам. Я не знаю. Мы так долго стояли, ждали. Наверное, должны дать. Мы на 50 этаже. 50 этаж. Когда, интересно, построили эту гостиницу? В ноябре. Ой, вообще. В декабре открылась. Интересно, а вот это? Эти растения, они какие, живые? Какой вопрос глупый? Конечно, живые. Обычно входишь... О, Андрей, смотри, рояль. Играют только нанятые люди. А вот еще одни цветы. Ой-ой. Подождите, цветы. Гладиолусы, розы. Зеленые розы. Оранжевые гладиолусы. Розовые розы. Как это вообще? Надо здесь прийти и сфотографироваться. Ну вот, чем славится отели в Лас-Вегасе. Это же, конечно, всякими автоматами, где можно выиграть много-много-много долларов США. Или потерять все. Ну, нам не хочется думать, а потерять все. Поэтому мы не играем. Направо-налево. Нам направо. Дети, а почему вы не деретесь, кому нажать кнопочку? Все, прошло время. А что тут надо было сделать? Нажать на 50. Просто на 50 нажать и все. А карточку не надо показывать? Да, мы спрашиваем. Ой, а вот я. Нет, этому экрану. Этому экрану нужно показать было. 50 этаж. Ну, 5 минут. Осталось всего 5 минут ехать. А, мы встретимся на 25. Бум. Слушайте. Вот этот отель, видишь, он новый, еще пахнет. Не прокуренный. Вернее, не пахнет. Еще не пахнет. Книгами не так пахнет. Книгами. Ой, это очень хорошо. Пахнет, потому что Ария уже пахнет, мне кажется. Думаешь? Оно чем старше, тем больше пахнет. Уже 50. Слушайте, а мы даже и не поняли, какая остановка. Вологой, али Поповка, Петровка. Да. Ну, красиво сделано, конечно. Широко-широко можно. Интересно, как мы войдем в комнату, что там нам скажут? Так же скажут, как в Арии. Так, 5 минут ехали на лифте. 10 минут надо идти пешком. Можно 5 секунд и 10 секунд. Здесь мы как это много находим. Что ж, картины же надо показывать. Какой у нас номер? 5060. 5060, ну это где-то здесь. 5060.
Давайте, я прям хочу войти. Смотрите, 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 подождите, 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 классно. Сразу занавески открываются. Так, и на телевизоре. Сразу приветствует нас телевизор. Успокойтесь. Кстати, я вам хочу сказать сразу. Все вот эти фигня, это на сенсорах. И здесь вот холодильник и на сенсорах. Да, не хватайте. Если вы потрогаете что-то, у них сразу этот сенсор, и они чарджат рум. И оно это все очень недешево. Так что вот эти, да, даже не трогайте их. О, 50 floor. Найс. Реку вью. Пятидесятый этаж. Ну, конечно, камера не придает, как высоко это. Прям рядом. Да. Горы. Ну, вид ничего, да? Сахара. Ой, Сахара там. Тут мы, конечно, не на главной улице. Я ничего не вижу вообще главного здесь. Ну и что? А мы с какой стороны, наверное? Ну, во-первых, здесь наверное, несколько справа сторон или слева? Есть. Да, стрип вон там. Окей, ну самое главное. Привет. Вот я наконец-то в камере. Так, где тут включаются? Фэн, all on, nightlight, нет, all on. Все включили. Ванна. Недаром отель называется Фонтенблю. Вот, пожалуйста, блю вам. Красивая ванна. Ну, видно, что все новое. Халатик. Зеркальце. Ну, все, все, что надо для хорошего отдыха. Что интересно здесь? А, ну, ничего интересного. Это душ. Красиво, мне нравится вот такой камешек беленький. Ну вот такой красивый санузел. И двери мне их нравятся. А вот большой-большой. Это шкаф, наверное, или что? Нет, сейчас дерну еще. А где шкаф? А, вот он. Вот он, шкаф. Ну что, подходит? Да. Берем. Да. Подходит. Картина. Все такое дизайнировано в таком сером белом цвете, и, конечно, вот эта картина, она дает цвета дает. Отлично. Как вы думаете, что это такое? Я думала, это какая-то хлопушка, а там будут конфеты. Оказывается, нет. Это написано получать удовольствие. А это коды. Вот если вы хотите покушать в комнате, берите этот код. Окей, я беру. Если... Подожди, что тут еще? Wi-Fi. All I need is Wi-Fi. Какие-то rewards. Что-то вам еще? Что? А, вот если вы хотите интернет, сканируйте эту штуку. Нет, тут можно проще все. Зайди на это. И вот. А, ну. Бар. Если вы хотите в бар, ну, пожалуйста, вот сюда. Ну, короче, вот так интересно, такую штучку кстати, придумали. Нас, как интересно. Нас, все кстати, очень красиво. $50 кредит на эту комнату. Она стояла вот так, как будто хлопушка. Вот конфета. Вот гадаешь, у чтобы нас это... кредит на дайнинг. Что-то еще. Ну, дизайнеры поработали очень хорошо. Очень хорошо.
Немножко показывают о нашем отеле. Fountain Blue Guest? No. AFB Guest. This is the tavern. Casual dining. FB Guest in a Fountain Blue Guest. Аккуратно, почему? Аккуратно снимаем машины. Волна такая. После вкусного обеда в виде бургеров, ну, надо было все-таки что-то перекусить. Выходим на улицу. Ну, вообще не холодно, да, не холодно. Что мне здесь нравится, так и вот это landscaping ideas. Starbucks попьем. Кактусы, агавы, пожалуйста. Там маленькие кактусики тоже. А вот это старый Лас-Вегас, когда вот такое было в моде. Такие клоуны, все сияет, зазывает людей. А потом на смену пришли вот такие огромные отели, где ничего не сияет, никаких клоунов. Ой, машина перевернута. Современная архитектура. Машина перевернутая. Да, сейчас я сниму Фонтенблу. Вот их вид. Бабочки. Везде там эти бабочки. Да? Нас фотографируют? Давай. А вот отсюда чуть-чуть видно новое здание, которое построили в Лас-Вегасе. Называется Sphere. Вот мы туда пойдем во вторник. То есть вот новая сторона, а вот это старая сторона. Вот такой был Лас-Вегас. Теперь таких зданий становится все меньше и меньше. Ладно? Ну да, хотелось бы. Привет! Красиво вот так вот. Побежала бабочка.